Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона Андреем Тарасенко. Обсуждали экономическую и социальную ситуацию в регионе. В частности, Андрей Тарасенко акцентировал внимание Владимира Путина на том, что в крае не хватает медицинских кадров. И для решения этого вопроса необходима поддержка на федеральном уровне. Распределение выпускников-медиков из других регионов для работы в Приморье. Но начали встречу с темой ликвидации последствий паводков в Приморье. В этом вопросе Приморью также требуется поддержка федерального центра. Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все у вас будет в порядке. Все-таки хотелось бы в основном-то поговорить по ситуации в регионе. Как вы ее оцените? Оцениваете, какие видите проблемы, вопросы? Нерешенные, решаемые, трудно решаемые. Чем надо помочь? Ну, у меня сейчас была активная циклоническая деятельность, которая с 21 по 6, очень много осадков выпало. В 12 муниципальных образованиях, 299 жилых, большие такие ущербы. Ущерб по дорожной инфраструктуре, то есть 720 миллионов. По людям 7,5 тысяч пострадало. Владимир Путин поддержал Андрея Тарасенко в том, что людям нужно помочь как можно быстрее. Глава Приморья также передал президенту обращение в правительство по вопросу материальной поддержки из федерального бюджета.